так как есть такие, кто считает меня полным идиотом, ну понятно, в принципе, это нормально, да, собственно, вот, то я решил сделать такое видео, чтобы они, мало того, что они меня считали идиотом, да, там, дураком, то чтобы они вообще, конкретно, короче, у них мозг взорвало, вот. Я надеюсь, что после этого видео они просто, то есть они думали, да, что я идиот, а после этого они просто полный финиш, короче, все, мозг взорван, все, они уже вообще, все, просто пипец. Нокдаун, короче, или нокаут, там, короче, все, я их повалил конкретно, короче, вот. Ну что, вот я надел такие очки, конечно же, я в них выгляжу как полный лох, вот. Некоторые думают, что я и без очков выгляжу как полный лох, в принципе, а в очках тем более, собственно, вот. Не в таких, которые я носил, а вот в этих. Вот, я не знаю, откуда эти очки, просто, короче, дома нашел. Вот. И я одел белые перчатки. Это перчатки, которые одеваются, когда моешь пол. Специально такие белые перчатки. Вот. Я их одел, чтобы выглядеть... Ладно, там одно дело, что меня считают лохом. Вот, а теперь они меня вообще будут точно лохом считать. В кубе, короче. Лох, короче... Они вообще, я говорю, у них все, теперь мозг у них взорван просто на мелкие кусочки. Все. Вот. Так что вот вам, друзья, все, кто меня считает дураком, то есть как бы вот вам, друзья, то есть друзья, я имею в виду те, кто понимает, то, что я нормальный парень. Вот, ну да, я много сижу дома, вот, много сижу в интернете, вот, я записываю всякую такую хуйню, вот, но все равно я парень-то нормальный, вот. Вот, друзья, все, кто понимает вот это, все, вот. А все остальные, кто не понимает, кто считает меня дебилом, вот вам, короче, еще одно видео, как бы, вот, пожалуйста, да. Я в перчатках, я в этих очках, я просто... Все, и я надеюсь, что вы, короче, это видео, это последняя капля. Все, у вас мозг взорвался, я вас отправил в нокаут, там в нокдаун, и все, вы уже все, больше. Все, короче, я... Вот, я хотел о том еще рассказать то, что... Есть такое мнение, я его несколько раз слышал. То, что как бы... Если... Ну, то есть, те, кто считают тебя дураком... Им, конечно же, не докажешь, что ты нормальный человек, да? Им не объяснишь то, что это все шутки, то, что это все приколы, вот. То, что ты вся, это все хуйня, как бы это все несерьезно, как бы, да? Им не объяснишь. Если они считают тебя дураком, они так и будут считать дураком, вот. Не надо никому ничего доказывать, ничего объяснять. Если тебя они считают дураком, то пусть они так и считают. Ты, наоборот, им еще больше повод дай, чтобы они тебя еще большим дураком считали. Это чисто по приколу. Просто чисто по приколу, просто постебаться. Чисто по приколу, и все. Так что я взял, короче, оделся так, и все, я это видео записываю. Вот. Чисто вот для них. Все, чтобы они уж до конца полностью охуели от меня. Я вот такой вот упоротый, короче, весь я такой вот. Вот, поехавший там, понаехавший, уехавший там, не знаю, всякие эти слова можно ко мне применить. Упоротый, распоротый, отпоротый, там, перепоротый, не знаю, как хотите назовите. Вот. То есть, как бы, считают меня дураком. Ну, я не буду им ничего говорить. Просто я не буду, не надо как бы доказывать ничего. Считают и пусть считают. Вот, чисто по приколу записать еще такое видео, чтобы они уж охуели еще больше. Вот. Так что вот такое вот видео. Сейчас тебе, Вадюш, бошку сверну, чтобы я вообще больше ни одного видео не записал. Я вообще в космос сейчас улечу, понимаете? Я улечу в космос, ребята, вот. Это защитные очки меня предохранят. А вот эти перчаточки у меня будут такие. Смотрите, они пердят. Прикольно, они пердят, мои перчатки. Ну а, так что все, блин, что, я, собственно, не знаю, что еще добавить, о, да, птичка летит, видите, птичка летит, ребят, видите, да, или не видите, не видите, нет, ну-ка, а если очки, не, снимать не буду очки, в очках лучше видно, видите, птичка летит, вот она вам машет, она вам говорит, привет, ребят, привет, привет, что вы еще делаете, почему вы еще смотрите это видео, почему вы еще смотрите на этого придурка, ладно, там он не гуляет, дома сидит, как идиот в интернете все время пишет всякую хуйню на видео снимает. А вы-то что, почему вы смотрите эту хуйню-то? Почему вы не гуляете? Вы же нормальные, наверное, люди-то. Не такие придурки, как он. Вы почему не гуляете-то? Идите лучше погуляйте. Что вы смотрите это видео? Остановите его нафиг. И идите погуляйте лучше. Сейчас на улице хорошая погода, можно там погулять, ходить, покупаться куда-то. Вот. Этот придурок все время дома сидит. Ну что вы смотрите на него?
идите погулять. Во, птичка говорит. Правильно она говорит. Правильно все говорит птичка-то. Ну, птичка же умная. Она же не дура, тупая, как я. Ну, правильно птичка говорит. Вон птички летают на улице. Птички же не сидят дома в интернете. У них нет, они даже не знают, что это такое. Ну, слава богу, что они не знают. Узнают, что такое интернет, они вообще ёбнутся, как я. Я же ёбнулся, так они ёбнутся. Вот, птичка-то летают, они все время гуляют на свежем воздухе, птички-то. Поэтому они умные, у них мозги проветриваются, они хорошие птички-то, умные. Вот, поэтому слушайте птичку, что она вам говорит. Выключайте это видео, забудьте про этого пидораса, ёбнутого на всю голову, вот. И идите, короче, погуляйте с друзьями, там, сходите на шашлык, там, попейте, там, не знаю, пивко, если вы пьете, там, не пьете, шашлык, там, что-нибудь, там, сходите куда-нибудь, займитесь чем-нибудь полезным, вот. Выключайте это видео, нажимайте на стоп, что вы смотрите-то? Это ж придурок, что на него смотреть? Ему в психушке пора лежать, а не с людьми общаться через интернет. Ему надо в психушке, это я про себя говорю, да? Мне же надо в психушке уже лежать, правильно же? Правильно, а что это я? Почему это я до сих пор еще не психушки-то, да? А ну-ка 03 звоним быстро. А ну-ка 03 звоним, быстро берем мобильник и звоним там, откуда телефон. Быстро набираем 03. Говорим, такой-то лох, короче, по IP-адресу. Шлем мне, короче, 03. Смирительную рубашку, чтоб меня, и все, и психушку. Все. А что это я в интернете? Почему я сижу-то? Кто это мне дал в интернет доступ? Кто мне разрешил в интернете-то сидеть? Кто мне камеру-то купил? Кто мне разрешил записывать-то видео? И кто мне не разрешал мне никто записывать-то? Че это я сижу-то дома? Почему я не в психушке-то сижу? Ну-ка быстро 03 вызывали, все. А то я сейчас вот этими... Сейчас я возьму вот эти вампирчатки, мне сегодня задушу себя.